Чиновники отчитались о реализации программы «Доступное жилье 2020» в регионе. Какие имеются недочеты и как с ними бороться, это обсуждали накануне в областном акимате. О том, когда население сможет получить заветные квадратные метры от государства, в следующем репортаже. Более 1000 квартир ввели в эксплуатацию за последние полгода в регионе. По всем источникам финансирования на жилищное строительство направлено свыше 6 миллиардов тенге. Доступное жилье в области набирает обороты, но не так, как хотелось бы. Есть ряд недостатков. Вот, к примеру, квартиры по линии жилстрой Сбербанка получают совсем не те, кто в жилье нуждается. По информации, в очередь на квадратные метры встают граждане, которые попросту хотят инвестировать деньги в недвижимость. А это явное упущение банка, реализатора госпрограммы. Надо себе спешать. Программа не для этого сделана. Мы же программу хотим решить вопрос тех, именно кто стоит в очереди. Пожалуйста, сегодня вот на шахтеров сдадутся 3416 домов. Кто его получит? Вы проанализируете. Кроме того, глава региона отметил, что недостаточно ведется контроль за качеством строительства на частных объектах. Проблемой является и культура строительных работ. Ее попросту нет. Не везде устанавливаются ограждения, освещение строящихся объектов и предупреждающие знаки. По итогам заседания акимата было принято развернутое постановление.